День 7 ноября – Красный день календаря. Праздник дня Октябрьской революции 1917 года знаком многим людям, которые родились и выросли в Советском Союзе. По 1991 год этот день был главным праздником СССР и выходным днем. История праздника закончилась с распадом Советского Союза и коммунистической идеологии. Спросим, что знают об этом празднике саровчане. Революция, что ли, была? А что вы помните вообще об этом празднике? Демонстрации, песни, пляски. Очень хорошо раньше было. А сейчас один мужчина стоит, видели? У Ленина памятника. С флагом. Отмечает один. Совершилась революция в 17 году. Пришли к власти коммунисты. Больше, в общем-то, и ничего. Ну, то, что мы в школе знали. Вы как думаете, почему до сих пор помнят эту дату? Ну, потому что для людей это очень значимо было. Они этот кусок жизни прожили с этими правилами, так сказать, жизнь с этими устоями. Поэтому, ну, я думаю, еще лет 20-15, наверное, идет это поколение, которое помнило это и жило при этом. Знаете ли, какой сегодня памятную дату отмечают в России? Нет. А слышали что-то про Красный день календаря, 7 ноября, Красный день календаря? Нет, я не знаю. А что-то говорит про 7 ноября, Красный день календаря? Ну, нет. Нет? Нет. А когда день был Октябрьской революции? Не знаю. Сегодня. А-а-а. Какой-то переворот в этот день был. 17-й год, может быть. Были демонстрации, были парады. Главное, ждали все этот праздник. И все было хорошо. И на демонстрацию ходили, и цветы несли, и кричали «Ура!». В школе не изучали? Нет. Нет, пока. Может, в первом классе. А когда Октябрьская революция была, не знаете? Что-то вообще знаете об Октябрьской революции? Нет. Ну вот не говорили. Мне, может, помню. Но это было в первом классе. Все были такие довольны, пели песни, собирались около магазина «Гвоздика» и шли парадом, в смысле демонстрации. Было очень весело. Есть что вспомнить. А потом вечером отмечали все. Все праздники отмечали. Красный день календаря, 7 ноября. Я был и октябренком, и пионером, и комсомольцем, кем только не был. Поэтому я родом оттуда, не как вы. Вот поэтому помню еще. И то стал забывать, вы, наверное, заметили, да? В современной России день Октябрьской революции сначала переименовали в День Согласия и Примирения, а затем и вовсе упразднили. Но 7 ноября все же вошел в перечень памятных дат страны.